Сейчас мы можем наблюдать белого наше с высоты птичьего полета. О, смотри, там что-то тоже. Что там? Рынок. Что-то тоже продают. Мы еще даже не на верхушке с тобой. Уже страшно. Стульчики с размером мошки. Да, маленькие. Вау, ну что это? Сейчас я тебе еще пошатаю. Не надо! Падай. Вон там старый белого находится. Где? Ну, вон там, видишь, полоса с домами. Сколько голубинок еще? Ну да, на элеваторе постоянно голубей много. Зачем они так все? Ну, жук. Просто видно, просто видно весь парк. Зерно? Люди с размером мошек, реально. Комментатор. О, я вижу крышу. А точнее не крышу. Днище? Да, днище. Перевернутый дом вот. Он странно выглядит так. А почему у него дверь на чердаке? Где ты дверь там увидела? Ну вон дверь. Люк? Ну не знаю. Ой, скапливаюсь. Просто? О, люди мелкие. Вон там у нас многоэтажки находятся. Ага. Ой, я второй кабинет. Там у нас... А мы в какой кабинке? В третий микрорайон находится. В 12. 21-й кабинке. Это будет... вообще моя хата. Здесь я живу, рядом с парком. Ну, о-о-о, такое колесо обозрения. Так, мы уже почти на высоте. Я ну, выше вашего дома. Ну да. О, весь парк, как на Все, ладошке. Мы теперь уже наверху. Весь парк, как на ладошке. Да что там парк? Город! Что вы скажете в свое оправдание? Не знаю. О, у дочери день рождения будет 19-го. Поэтому мы заранее тут празднуем его. Мне мухи достали. Блин, да. Страшно и в то же время прикольно. Кстати, я всегда хотел спросить, что это за банки? Это зернохранилище. Да. Понятно, что ничего не понятно. Покажи. Тренажеры очень маленькие. Только посмотри на них. Все, идем на спуск.